Не за горами 1 апреля – день смеха и веселья. Новости нашего города объявляют фотоконкурс, который так и называется «Фотосмайл». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 31 марта включительно разместить в альбоме нашей официальной группы в «Одноклассниках» авторское фото. На снимках должен быть запечатлен любой курьез из жизни Ноябрьска. Это могут быть вывески с ошибками, нелепые рекламные объявления или просто смешные снимки горожан, а также фотокурьезы на тему строительства, ремонта дорог или ЖКХ. Победителя конкурса определите вы сами, участники группы в «Одноклассниках». Автор работы, набравший наибольшее количество оценок, получит специальный приз от издательского дома «Благовест». Подробнее об условиях конкурса читайте в нашей группе на сайте «Одноклассники». Присоединяйтесь к нам и будьте активны!